привет, мои дорогие, любимые друзья, подписчики и все те, кто меня сейчас смотрит. Я хочу поделиться с вами своим секретом, почему я так долго не болею, не простужаюсь, не болею простудой. Но если даже у меня получается там чихнуть или чуть-чуть соплики пойдут, но у меня сразу все проходит. Никогда температура там, по-моему, у меня не поднималась уже около 2 лет. Ну, расскажу, в чем секрет. Значит так, около 2 лет назад я просто наткнулась в интернете на том, что можно прочищать свой организм всякими разными способами. Я открыла один сайт. Если вам кому-то интересно, я потом напишу адрес этого сайта, где рассказывали про очистки кишечника и про очистки печени. И вот как раз я читала про печень. Все про печень. И там даже дается тест. Вот, протестироваться, в каком состоянии ваша печень. И я, короче, протестировалась, и моя печень не в идеальном и не в плохом, она в среднем, в хорошем состоянии, в общем, я хочу сказать. И там даже дают советы, что надо делать, например, для профилактики печени, чтобы для профилактики всяких заболеваний печени. Извините, я только что фисташки ела, и у меня поперхнулось. Вот, и там написан такой рецепт, что каждое утро до завтрака нужно пить 1 столовую ложку оливкового масла. Оливкового масла надо брать хорошего отжима. Вот, 1 столовую ложку оливкового масла и размешать с соком половины лимона. Вот, я покажу. Вот это оливковое масло. Ну, правда, у нас не оказалось бутылки, это самое, где написано, что это точно оливковое масло. И вот сок половины лимона. Я маленькую чайную кружечку, не чайную, кофейную кружечку, это самое, наливаю сначала оливковое масло, а потом выдавливаю туда сок и размешиваю. И вот до завтрака каждое утро надо пить вот эту вот настоечку. Ничего плохого эта настойка не дает, во всяком случае мне она ничего плохого не дала, я на себе ничего плохого не почувствовала, тяжелого что-то. Нет. И вначале, да, я там забывала, мне было непривычно это пить, а потом я уже так привыкла, мне даже понравилось, и я уже как робот уже моментально, я уже почти, вот уже, наверное, будет скоро 2 года, как я пью каждое утро вот это вот оливковое масло с соком лимона. И вы знаете, я за все это время, я вот за все эти 2 года, я практически не болела, не простужалась, даже зимой я не болею. Вот, значит, там где-то один раз за зиму мне, может быть, становилось плохо от простуды конкретно, но потом я быстро входила в себя, входила в хорошее состояние, выздоравливала быстро, так что я просто по себе почувствовала, что у меня вот это вот питье по утрам до завтрака на голодный желудок меня спасает действительно благодаря тому, что я пью сок половины лимона. И даже говорят, что вот это оливковое масло, оно помогает коже, оно помогает самочувствию, оно помогает сердцу, в общем, печени, конечно, естественно, печени. Ладненько, если у вас, конечно, есть какие-то противопоказания, вы посоветуйтесь с врачом обязательно, если у вас заболевание печени, обязательно посоветуйте со своим врачом, можно ли вам такое питье. Так что всем удачи, здоровья, жизненных всех благосостояний, классных. Все. Что, пока, ну, кроме этого питья, я и сама по себе натура крепкая. Я не даю себе простужаться. Я, хоть несмотря на то, что я иногда хожу без шарфов и без шапок, я слежу за своим состоянием. Мне самое главное, чтобы ноги были в тепле, чтобы спина была в тепле, чтобы не продувала. И вообще, чтобы не холодно дело, вот, чтобы не холодно не было, что я говорю, заговариваюсь. Так что я просто сама по себе крепкая, не щекоточная, поэтому я не знаю, или это еще и от меня зависит, что я не болею, и от этого, от лимона, конечно, обязательно тоже зависит, потому что все-таки лимон всем, даже вот раньше, когда я, например, была только-только забеременела с Никитой, и тут я простудилась, я так испугалась, я же не хотела болеть, я не хотела принимать никакие медикаменты, я начала просто-напросто, брала просто эти дольки лимонов, дольки лимона и так ела, представляете, так ела, и у меня быстро прошло все, так что, все, еще раз всем здоровья, пока!